Киноуроки в школах России – всероссийский проект, нацеленный на создание инновационной системы воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. В рамках проекта создаются киноуроки, детские короткометражные фильмы о справедливости, искренности, чувства долга и других духовно-нравственных понятиях. Киноуроки сопровождаются методическими пособиями для проведения педагогами внеклассных занятий. 19 февраля 2021 года, то есть сегодня, объявлен единым днем начала реализации проекта. У нас на Камчатке об участии в этом проекте заявили 11 муниципальных образований и 81 образовательная организация.